всем привет. Ну просто скажешь, Мухин Олег, а меня снимать не надо. Вот заводчик М1, вот они. Клетки, столько клеток, профессионально занимается. Ага. Сергей Иванович сейчас к нам поедет. Приехал в гости с Алибу Султан и все. Да. Вот здесь все такие красавцы. Гульда. Здесь японцы и зебровая самочка. Блин, темновато. Ну ладно. А здесь гульда. А то, что я их разведу, Серега, это ну однозначно. Да. Гульда. Я понимаешь, я все готовил базу, приготовил все. Потом, смотри, здесь японцев, 4 пары гульда. Вот, это сейчас доводят кинцов в этом момент. Там уже пара. Здесь омолодняк. Здесь сидят, ждут, когда гульдов. Ну это, там все разница. Потом, смотри, я кинул 5 пар сюда гульдов. И сразу, смотри, только начали строить гнезда, я жду. Только смотрю, пара образовалась. Образовалась, начали ходить. Я сразу раз пару японцев посадил. Пустая. Через день, через два, вторую пару японцев посадил. У меня был разрыв по японцам. Потому что яйца можно подкладывать 3-4 дня. Ну, 3-4. Да-да-да. Я сроки все записал в журнале. Все, а, вот так гульда. Мутация. Японцам поставить. Раз, если еще снесли яйцо. Всем раскидал. Вот всем. Это самочки, да? Да, самки. Олег, вот да. Все первые кладки. Самочки. Я хочу под японцев, чтобы, знаешь, не, а потом, смотри, только подкину, а потом отпущу. И здесь японцы. Он, птенцов, это в японцы уже это размножение, все. Да? Да. Сейчас я, вот он, вон птенцы. Снимаю. Вот малыши. Два, да, там, здесь, по-моему? Там да? Два, да. Хорошо, раз открыл, посмотри. Нет, просто открыл. Может, тебе надо доктор там взял и вытащил. Ну да. Все бывает. Скажи, ангарский. Водильный. Ангарский орнитолог, скажи, занимается. Да. Мухин Олег Викторович. Все. Птица разводится. Было много. Вот в этих всех вольерах.